получается, недавно срок годности, да, 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 истек? Да, да. Очень хороший. Ну, недавно, да? Только... Да, да, это из магазина. Вот сметана. Вот сметана 26-го. Ага, а сколько у нее срок годности? Не знаю. 30 рублей. А, 30. А сколько она в магазине стоит? До рублей 50, она дорогая, конечно. Тут 100 даже. Там здесь пол килограмм. Вот это тоже. Вообще, вот это же, вот ты тоже. 27-го. А вот вы как их в магазине-то берете? Они вам отдают просто что-то? Нет, они по этому. Продают? Продают. Со скидкой? Да. Продаю. Ага, ну, берите. Я хоть посмотрю, когда закончится срок годности. Ну давай хоть творогу возьмем, срок, попробуем. Срок годности 5 суток. И 21-го. Дома неделя. Тоже берется, холодильник все равно держите. Ну, да. Берите. Вот творог вот этот ирбитский. Вот это еще какой там. Они все это. Около больницы я не продала бы. Если... Давайте, почем творог ирбитский? 30. 30 и это 20. 50. Не, на торт нам уже не хватит. Нет, на торт сколько мы не будем есть? Брать. Хорошо. Ну, тут... Торт 100 не рублей. Будем брать. А вы сдали мне сдачу 50 рублей? Нет. А я вам 100 дала? Да, да. Не, нету, не сдавали. Дайте мне. Дайте 50. Нету сдачи. Ну давай еще творога возьмем. Или берите, йогурт куда, может. Да куда творога? Нет. Давай возьмем тогда этот. Только творог возьмем у вас, хорошо? Ну давайте. Кстати, возьми еще на рынок. Давайте. Ну там не сильно же сроки истекли, не, да? Не. Нормально, все берут очередь, все ящики, все кончилось. А кто не берет тест на основном? Все берут, даже врачи берут. А в магазине в Пятерочке берете? Да. 43, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Все, хорошо. А мы не можем в магазине покупать? Нет, договор составлен. А, по договору.